Добрый день, меня зовут Анна, и я являюсь независимым консультантом компании Mary Kay. И сегодня я вам расскажу о том, как создать дневной, вечерний, либо концертный макияж. Итак, любой макияж, конечно же, начинается с полного очищения кожи лица. После того, как вы подготовили свою кожу, мы можем приступить к нанесению дневного либо вечернего макияжа. Я рекомендую начать свой макияж вот с такого успокаивающего геля вокруг глаз. Очень экономно можно его использовать. На палец можно взять маленькую горошинку, сделать три точечки вокруг вверх, чуть-чуть сбоку и вниз, как я показываю сейчас на видео, и вбивающими движениями пальца нанести этот успокаивающий гель на кожу вокруг глаз. После того, как вы это сделали, мы можем перейти к нанесению CC-крема. Что такое CC-крем? CC-крем дает возможность полностью увлажнить и защитить ваше лицо от лучей солнца на целый день. CC-крем – это универсальное средство для ежедневного использования. На сегодняшний день такая формулировка, как тональный крем, уже отошла в прошлое. Поэтому мы будем пользоваться термином CC-крем, потому что он выполняет одновременно очень много полезных функций для нашей кожи. После того, как мы нанесли это чудесное средство, наша кожа полностью стала затонированной, цвет кожи стал ровным. И если под вашими глазами видны определенные какие-то моменты, которые вас не сильно устраивают, и вы хотите освежить свой взгляд, вы можете воспользоваться вот таким прекрасным корректором для глаз. Точно так же, как и успокаивающий гель, очень экономно вы можете его нанести вокруг своих век, вбить аккуратненько вот так вот пальчиком и полностью убрать все недостатки, которые существуют, ну, к примеру, какая-то усталость, либо вы хотите освежить свой взгляд, либо это может быть даже темные круги под глазами. Таким образом, мы их нейтрализуем. После того, как мы сделали такую основу, подготовили свое лицо уже к основному макияжу, я вам рекомендую использовать вот такую тушь для ресниц, удлиняющую. Она вам поможет свой взгляд сделать более ярким, ваши реснички будут длинные и очень красивые. Либо вы можете также остановиться на другом выборе. Тушей в Mary Kay достаточно много. К примеру, вот такая Lash Love Panorama. Это уже, собственно, ваш личный выбор. После того, как мы нанесли тушь для глаз, вы, если вы хотите, если вы пользуетесь, вы можете нанести тени. В данный момент сейчас у меня на лице нанесены золотистые тени. Также мне нравятся либо бежевые, либо с каким-нибудь блеском и с коричневым оттенком. Тени вы также, конечно же, можете наносить на свой вкус, под свой тип лица, под свой цвет глаз. То, как вас это, собственно, устроит. Если вы пользуетесь подводкой вокруг глаз, вы можете также в каталоге выбрать себе подводку. Ее можно нарисовать очень быстро. Вы от середины своего глаза ведете красивую линию и продолжаете и завершаете ее небольшой стрелочкой. Более детально вы можете узнать о том, как это делается у меня, как у бьюти-консультанта, более подробно. Поскольку это видео сейчас идет больше об экспресс-макияже, мы на этом останавливаться не будем. Итак, мы нанесли стрелочку
сделали, подвели свое веко, сделали выражение лица и взгляд более ярким. Мы можем также с помощью кисти закрепить свой макияж либо минеральной пудрой бежевого цвета, подходящей под ваш тон лица, вот такими вот движениями. Эта пудра абсолютно будет незаметной на вашем лице. Либо вы можете закрепить свой макияж прозрачной минеральной пудрой. Это уже тоже тонкости макияжа, и это уже ваши собственные вкусы и ваш собственный выбор. После того, как мы это сделали, осталось нанести бронзер. И если вы пользуетесь, если вам нравится, вы можете нанести хайлайтер. Хайлайтеров в Mary Kay, в принципе, выбор очень хороший. Вот один из них. Также есть вот такой хайлайтер. Вот. Такой немножко с розовинкой. Таким образом вы подчеркнете свои скулы. И завершить дневной макияж вам поможет блеск для губ. В данном случае это просто прозрачный блеск. Таким образом можно завершить свой дневной макияж. И закрепить полностью весь образ я вам предлагаю парфюмами Cityscape. Cityscape – это парфюмы, которыми можно пользоваться каждый день. Они вас точно не оставят равнодушными. Эти парфюмы дадут вам возможность выделиться. Cityscape – это парфюмы, которые позволят вам заявить о себе как очень уверенной, уверенной и достаточно интересной леди. Либо это могут быть парфюмы Journey, универсальные парфюмы, очень-очень долгоиграющие в компании, поскольку они выпускаются уже очень давно. Для того, чтобы свой дневной макияж превратить в вечерний, вам необходимо сделать несколько крупных жестов. Сейчас я вам о них расскажу. К примеру, сегодня вечером, либо завтра вам нужно пойти на корпоратив, либо у вас день рождения, либо вы являетесь артистом и вам нужно выступить на сцене. Для этого свой дневной макияж я предлагаю вам усилить. Усилить его можно тем же бронзером. Вы его более ярко наводите. Также вы можете усилить свой макияж, сменив помаду. Обычный простой блеск для губ мы сейчас заменим яркой помадой. Сейчас я вам покажу то, что я предлагаю из пробника. И вы сами убедитесь в том, что эта помада действительно очень-очень насыщенная и такая броская. Тон помады выбрать абсолютно несложно. И подобрать под ваш цвет глаз, тип лица и так далее. Вот сейчас мы нанесли помаду. Если вы хотите, можно усилить хайлайтер. Можно усилить тени. Mary Kay компания предлагает тени, которыми явно не нужно пользоваться каждый день. Они действительно для особых случаев. Вот такие вот тени с яркими-яркими цветоотражающими элементами я предлагаю вам нанести для того, чтобы быть более яркой.
Итак, закрепить свой вечерний образ. Если у вас какой-то праздник, либо потому что у вас просто очень классное, хорошее настроение, я предлагаю духами Live Fearlessly. Это недавно выпущенные духи в компании Mary Kay. Они очень хорошо, это хиты продаж. Эти духи очень популярны среди женщин во всем мире. Это действительно очень классный, качественный запах. И если говорить о парфюмах Illuminea, то это премиальные духи, которые разработаны во Франции известным французским домом Моне. Эти духи, конечно же, не оставят равнодушным никого, ни вас, ни людей, которые находятся вокруг вас. Также более бюджетный вариант я могу предложить вот такие парфюмы Thinking of Love. Ими можно пользоваться и каждый день, и на определенные случаи. Все запахи очень стойкие и достаточно универсальные на любой вкус. Итак, для того, чтобы очень быстро завершить свой вечерний макияж и отправиться на вечеринку, я вам предлагаю, если у вас, к примеру, нет времени, накрутить волосы, либо пойти в парикмахерскую сделать прическу. Я вам сейчас предложу трендовый вариант прически. Это пышная и объемная коса. Для этого вам нужно взять резиночку и просто завязать вот так вот хвост. Далее мы берем вот такие тоненькие маленькие прозрачные резиночки, которые продаются в любом магазине. Делим на две части волосы. Одну из частей вот так вот завязываем. После этого берем вторую прядку и продеваем ее в первую. Вот мы это сделали. Теперь мы берем вторую резиночку и завязываем ту прядку, которую мы продели. И нижнюю поддеваем в верхнюю. И таким образом мы очень быстро можем заплести шикарную косу. Делайте просто дома за несколько минут. Вот таким образом. Вы продеваете опять нижнюю прядку в верхнюю, как бы свою косу вот таким образом вытягиваете. И создаем эффект пышной косы. Для того, чтобы полностью завершить свой вечерний образ, конечно же, вам нужна, помимо прически, вам нужно еще переодеть платье. Либо нарядный, ну, чтобы до конца уже завершить свой нарядный лук. К этому наряду правильные украшения. Вот мы подбираем серьги для того, чтобы быть на вечеринке неотразимой. Вот мы одеваем. Для того, чтобы ваше настроение поднялось максимально, вы можете отправиться на свой праздник, либо новогодний корпоратив. Вот в такой прикольной новогодней шапочке. Мы и завершили свой новогодний образ. Ну что ж, дорогие, я вам желаю оставаться более красивыми с компанией Mary Kay, выбирать себе продукцию по душе и поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого-самого наилучшего.